Прокуратуры всегда были репрессивного характера. Тупо всегда не требовали осудить человека, несмотря на наличие доказательств, фактов. Но я думаю, что в наш случай действительно должен быть некая тенденция, что прокуратура всегда в отношении других лиц принимала взвешенное, справедливое, законное решение. Прокуратура должна иметь смелость признавать иногда ошибки следствия, ошибки самой прокуратуры.